Мы начинаем КВН. Традиционно с этих слов начинаются игры и регионального уровня. Сегодня в Зимнем театре сразу три выступления школьников, студентов и игра на Кубок мэра Сочи с участием лучших команд. Некогда прославившиеся «Утомленные солнцем» уже ушли в историю. Городу необходимы свежие силы. Уже есть ребята, которые представят, значит, нашу лигу на международном фестивале 2016 года в январе на Красной Поляне. И уже порядка 5 команд и сборная города Сочи готовятся к тому, чтобы принять участие на фестивале. Еще до выхода на сцену одни репетировали за кулисами, другие здесь же, в холле, прямо перед новогодней елкой. Лежать. Молодец. Руку. Молодец. Хороший. Голос. Сами признаются, тематика южная, колоритная. Стараются быть похожими на дагестанских КВНщиков из высшей лиги. Хотим участвовать в высшей лиге. Хотим в дальнейшем. Но надо самому придумывать шутки, тренироваться. Много стараний. Репетировать очень много. Главное. Их юмор, юмор юных КВНщиков из 23-го лицея в зале оценивали по достоинству. Еще! КВН всегда собирает большой зал. Команду отличники из 4-й школы пришли поддержать одноклассники. Мне кажется, для них важно, что у них есть поддержка со школы. Они знают, что мы придем и будем за них болеть. Очень весело. Мне нравится, правда, я люблю и по телевизору смотреть, и так мне нравится ходить, да и просто развлечься, съездить, отвлечься от школы. Таким образом, сегодня завершился сезон региональной лиги КВН. В лидеры вырвалась команда 4-й школы, на втором месте сразу две команды лицея 23 и завершила тройку финалистов 11-я школа. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.